Самые актуальные новости из жизни знаменитостей в рубрике «Кто, где, когда». Певица Нюша в начале ноября презентовала свой второй большой сольник под названием «Девять жизней». У нас три коробочки, так как шоу называется «Девять жизней», у нас в каждой коробочке по три мишки. Мы хотели кошку, но решили, что это слишком банально, лучше сделать мишек. Креативные решения поклонников – это следствие нестандартного подхода к подготовке выступления Нюши, пропустить которое не смогли близкие друзья. Нам всегда интересно посмотреть на работу наших коллег, тем более это большое шоу, что-то новое. Мы впитаем что-то свое, может быть, вдохновимся. Подготовка к этому шоу велась с сентября 2016 года. Специально к премьере Анна Шурочкина запустила проект «Нюша 9 жизней».